Чуваши смягчили критерии оценки жилплощади при назначении социальной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Такое решение было озвучено сегодня на заседании правительства республики. Теперь площадь квартиры не должна будет превышать 24 квадратных метров на одного члена семьи, площадь дома не более 40 квадратов. Ранее было 18 и 25 квадратных метров соответственно. Такое решение позволит большему количеству семей получать выплаты. Если мы говорим о статусе малоимущего, то есть семьи, либо человека с низкими доходами, то все остальные льготы, которые полагаются людям с таким статусом, они, соответственно, для них будут открыты, доступны. И здесь мы можем говорить об увеличении круга лиц, которые получают бесплатное питание в школах. Это многодетные, малоимущие семьи. Также на заседании был уточнен перечень документов, необходимых для назначения выплаты на ребенка от 3 до 7 лет и регистрации семьи в качестве малоимущей. Из доходов исключены расходы по приобретению недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства за счет целевой государственной социальной поддержки, суммы возвращенных налоговых вычетов и другие. Соответственно, все принятые изменения главным образом направлены на упрощение процедур, на их доступность и увеличение круга лиц, которые смогут поддержку государства получать.